За 2,5 года пресс-служба АГУ составила целую кинохронику строительства самого высокого общежития в Сибирском федеральном округе. Осенью 2015 года был заложен первый блок здания, в котором будет проживать 1000 студентов классического вуза. Сейчас в АГУ острая нехватка мест в общежитиях. Два новых корпуса на 14 и 16 этажей должны были решить жилищный вопрос. На строительство было выделено более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Мы должны досрочно его сдать, и что в наших силах, окажем помощь. Через год были проведены инженерные системы, электро- и теплоснабжение, встроена система вентиляции, запущен лифт. И все остановилось. То университет ищет подрядчика на уже выполненные работы, то внеплановая проверка обнаруживает больше десятка нарушений. По контракту сдать общежитие должны были в июне 2017-го, но сроки постоянно сдвигались. В конце прошлого года в ВУЗе сделали очередное громкое заявление. Мы в первом квартале 2018 года завершим сдачу объекта. То есть объекта, в принципе, на 90% готов. И сейчас мы, наверное, приступим к процедуре сдачи объекта. Ну, это получение свидетельства о соответствии, которое выдается Госархстройнадзором. Как раз на этом дело опять встало. Журналистам Политсибру подтвердили в Государственной инспекции Алтайского края, что комиссия не принимает у строителей объект. Затягивание сроков связано с тем, что при возведении здания строители отклонились от согласованного проекта, используя не те стройматериалы, что указаны в проекте, а другие. Какие именно материалы имеются в виду, в госинспекции не уточнили. Также неизвестно, смогут ли строители заменить эти материалы, учитывая, что общежитие уже возведено. Между тем, студентам АЛТГУ приходится жить в колледже Сараделли, скитаться по съемным квартирам и слушать обещания официальных лиц. При службе вуза уверяют, что никаких претензий со стороны госинспекции нет. Но на вопрос, когда же общежитие будет сдано в эксплуатацию, не отвечают. Не называется даже примерная дата. Видимо, поговорку «обещанного 3 года ждут» придется вновь повторить. Ура! Даешь ударное строительство университетского общежития! Ирина Корчагина, «Наши новости».